Добрый день, я сейчас вовремя о новостях. 27 июля на 5-й сессии депутатов Совета муниципального образования Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Игорь Привалов по собственному желанию сложил с себя полномочия главы Камских Полян. Пост занял депутат Нижнекамского района, директор Камстройпроект НК Александр Афанасьевич Павлов, уже имевший опыт главы. На протяжении 5 лет он возглавлял Шереметьевское сельское поселение. В ходе заседания экс-глава Камских Полян Привалов был избран представителем муниципального образования Камских Полян. Татарстан предлагает всем регионам Приволжского федерального округа создать единое ОАО для оказания государственных услуг с помощью электронных карт. Об этом рассказал руководитель рабочей группы ПФО по универсальным электронным картам Николай Никифоров. В пятницу состоялось первое заседание рабочей группы, на котором была озвучена инициатива Татарстана. Никифоров напомнил, что согласно российскому законодательству, внедрение универсальных электронных карт должно начаться с 1 января 2012 года по заявлению граждан РФ, а с 1 января 2014 года ими должны быть обеспечены все жители России, кроме тех, кто заранее письменно отказался от выпуска карты. Сегодня с наступлением месяца Рамазан в Татарстане начался первый день мусульманского поста, который продлится в этом году 29 дней. Мусульманский пост длится все светлое время суток, от рассвета до захода солнца. Во время него верующие воздерживаются не только от принятия еды и интимной близости, но и всех неблаговидных поступков. Решением Думы РТ была установлена минимальная сумма специальной милостыни, раздаваемой в месяц Рамазан, в районе 50-300 рублей, сообщает капитан. Страны. Указом президента РФ от 29 июля 2011 года первым заместителем руководителя Следственного управления по Тюменской области назначен полковник юстиции Анвар Ахмедзянов. После окончания Казанского государственного университета в 1996 году работал на следственных должностях в прокуратуре, а затем в Следственном управлении Татарстана, передает портал «Глобалист». Напомним, до этого начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю был назначен генерал-майор полиции Ринат Тимерзянов. Ранее он занимал должность первого заместителя министра МВД по РТ. Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011 год запущена с сегодняшнего дня в Казани, сообщает портал КЗН.ру. Соответствие каждой заявки условиям программы контролирует Комитет экономического развития исполкома Казани. Оператором программы стал КБР Банк Казани. Не претерпел изменений механизм получения льготного финансирования. Предприниматели, обратившиеся в банк, будут получать кредит по первичной ставке 14% годовых. Затраты на выплату 5% годовых им компенсирует город. Кредит выдается на сумму не более 5 миллионов рублей на срок до 2 лет. Специалисты Россельхознадзора по РТ рекомендуют строго соблюдать ветеринарное законодательство при закупке животных из соседних республик. После создания таможенного союза существует реальная угроза заноса вируса ящера из Казахстана. Эксперты отмечают, что при перевозке животных каждому необходимо иметь ветеринарные сопроводительные документы с указанием всех необходимых ветеринарных обработок и исследований. А для тех, кто возит животных из соседних регионов, надо иметь разрешение главного государственного ветеринарного инспектора РТ. После завоза животных необходимо ставить в известность глав сельских поселений и ветеринарную службу района. Барак Обама объявил, что его администрации удалось уладить вопрос государственного долга с партиями Конгресса. По словам американского президента, проект закона должен быть принят в ближайшие дни. Лидеры обеих партий представят в обеих палатах это соглашение своим однопартийцам. Чтобы это соглашение было одобрено, мы должны будем получить поддержку демократов и республиканцев в Палате представителей и в Сенате, приводит слова главы демократического большинства Сената Гарри Рида агентства Reuters. С вами была Луиза Сандикян, Вовремя.ру.